Конкурс «Мисс и мистер Оусо» – одно из самых ярких творческих событий студотрядовского движения. И поэтому его финал в молодежном центре «Химик» собрал сотни бойцов отрядов различных направлений, которые пришли поддержать 14 конкурсантов, вступивших в борьбу за главный приз. И мы с вами начинаем наш новый сезон с отличного, большого общего мероприятия, посвященного красоте. Мы пережили непростой 20-й год и 21-й. Давайте проведем по красоте. Все для этого есть. Удачи вам! Финалисты представили на суд жюри творческие номера, которые были посвящены Году науки и технологий в России. Каждый из участников рассказал об ученом или изобретателе, который показался ему интересен. Thank you.
Отметим, что ранее участники также проявили себя в конкурсе видеороликов, фотоконкурсе и интеллектуальном баттле. По итогам всех заданий победителями конкурса 2021 года стали Алина Романенко и Вадим Доронин. Вот слышите это? Это наши ребята. И без них я бы ничего не смог, потому что у нас такой коллектив. Я просто рад, что я выбрал именно этот коллектив. Я, если честно, вообще не поверила, что назвали мое имя. Я такая выхожу и говорю, это точно я? Вы точно правильно назвали? Я даже представить не могла, что... Первый год такое может быть, я очень рада. Спасибо огромное моей команде, которая так же, как и Вадиму, помогали мне очень сильно. И только благодаря им я смогла надеть это. Ребята отметили, что поддержка отряда была важна не только во время выступлений, но и в процессе подготовки номеров. Мне пришло, знаете, как Менделеева. Мне реально во сне номер приснился, и я написал своей очень хорошей знакомой, которая также нам помогала ставить командный номер. Она сейчас тоже здесь, и мы вместе совместными усилиями быстро поставили номер. Но недолго было, нормально. Ну, мне помогали в первую очередь мои ребята с отрядов, тоже кроме них. И это была такая прям действительно командная работа, что идею предложил один, ее развил другой, ее воплотили там третьи люди. То есть это прям действительно командная работа. Это было недолго, потому что когда идет идея, вот это творчество, креатив, его невозможно сдержать, и все можно поставить буквально за одну ночь, что мы, собственно, и сделали. Звание вице-мисс и вице-мистера получили Ксения Новикова и Дмитрий Маношкин. Они рассказали о том, насколько было сложно подобрать героя для творческого номера и вжиться в роль. Мне сначала было сложно придумать, потому что женщин-ученых, как таковых, сразу и не вспомнишь. И таких очень мало, которых можно сразу поймать. Только вот человек вышел на сцену, и сразу понятно, кто он. Мне казалось, что это намного сложнее тема, чем, например, сказки или театр, или что-то в этом духе. То есть для меня научная тема все-таки была сложнее. Здесь было тяжело тем, что нужно было за короткое время отразить и самого ученого, и также проявить себя, и где-то найти пересечение себя с ним. Я его подбирал по своим увлечениям, по своей учебе и по его принципам каким-то.